Привет. Давно я тебя не видела в форме. Да, так и задумано. Какой сексуальный. 15 апреля 2013 года. А вот и он, генерал Паттон в светоотражающем жилете. Ух ты! Говорят, 500 000 человек собираются в Новой Англии, чтобы посмотреть бостонский марафон. Эй! Милая! Ну как, хорошо себя ведешь? Основано на реальных событиях. Серия взрывов у финиша, требуется подкрепление. От режиссера «Глубоководного горизонта». Надо решать, кому передавать это дело. И решать надо сейчас. Терроризм. Дело наше. Время проявить храбрость. Так, здесь развернем полевую лабораторию. Время идет. Весь мир в ожидании. Подозреваемые попали на камеры слежения. Их двое. Мы должны их найти, пока они не решили повторить. Время вершить правосудие. Из-за угрозы люди боятся выйти на улицу. Мы обыскиваем каждый сантиметр этого города. Нужна изоляция. Таксист сообщил о пассажире соответствующему описанию. Возможно, едет в Нью-Йорк. Еще бомбы есть? Еще бомбы есть? Я требую адвоката. Нет, нет, у меня есть права. Ни хрена у тебя нет, милая. Время быть сильными. Сегодня я видел столкновение добра со злом. Любви с ненавистью. И наше единственное оружие в этой войне. Любовь. Если мы крепко обнимем друг друга, нас точно никто не победит. День патриота. Марк Уолберг, Джон Гудман, Кевин Бейкон. Скоро в кинотеатрах.